Привет, меня зовут Денис Юкасов, и в этом видео мы с вами рассмотрим выпрямление лиссаж от кутюр. Явные преимущества выпрямления таковы. Идеально прямые волосы до 6 месяцев. Сразу после процедуры волосы могут быть тонированы. Позволяет не менять привычный режим ухода за волосами. Не требует использования бисульфатного шампуня, не содержит формальдегид и имеет нейтральный запах. Давайте это проверим. Как и всегда, для своих обзоров подбираю тщательно моделей. У данной модели натуральный мелкий завиток, который при укладке феном становится вот таким вот пушистым облаком. И начинаю процедуру с подготовки волос. Для этого я использую шампунь «Интенсивное очищение» линейки от Кутюр. Вначале волосы хорошо смачиваю комфортной температурой водой и затем уже наношу шампунь «Интенсивное очищение» от Кутюр, вспениваю, массирую немного 2-3 минуты и затем уже смываю, тщательно смываю. Если вы чувствуете, что волосы промыты недостаточно, то можете повторить использование шампуня и затем уже опять смываете водой и слегка отжимаете волосы полотенцем. После чего приступаем к сушке волос. Сушите волосы на 100%, а если же они плохо расчесываются, то можете нанести спрей лиссаж от Кутюр, который входит в комплект набора лиссаж для выпрямления. В наборе есть эмульсия для выпрямления лиссаж от Кутюр, объем 500 мл, и спрей лиссаж 100 мл. И вот такой результат у меня получился после сушки волос. И следующим этапом я перехожу к нанесению эмульсии. Беру пряди не толще 1 см и наношу эмульсию на волосы, отступая от корней 0,5 см. Очень важно, эмульсии должно быть минимальное количество. Счесывайте излишнее количество расческой, либо же я стягиваю потом еще и пальцами эмульсию с прядей. Основным преимуществом данного выпрямления является то, что оно не содержит в себе альдегидов и его производных, а также тиогликолевой кислоты. Основным компонентом выпрямления лиссаж от Кутюр является глиоксиловая кислота. Подробнее, как она воздействует на волосы, я рассказывал в видео про Бьютекс, поэтому рекомендую его посмотреть на моем канале. Скажу коротко о том, что глиоксиловая кислота не способна изменить структуру дисульфидных связей. Она лишь заново достраивает поперечные связи внутри волоса. Таким образом, я нанес на все волосы эмульсию для выпрямления. И оставляю для воздействия на волосах минимум на 40 минут. Вы можете укрыть шапочкой, либо же полиэтиленовой пленкой. А также возможно применение климазона. Тогда это сократит время выдержки и будет составлять оно 20-30 минут при температуре 50 градусов по Цельсию. По истечению времени выдержки сушу волосы феном, используя брашинг. Если волосы плохо прочесываются, то можно также нанести спрей-лиссаж. Волосы нужно оставить влажными на 20-30%. Но сколько я бы не сушил, они все равно остаются влажными, так как это влажность от состава для выпрямления. И сушка данной эмульсии проходит намного проще, чем сушка эмульсии Bewtex. Ну а теперь приступаю к выпрямлению. Для данной процедуры вам потребуется утюжок, на котором вы сможете точно выставить температурный режим. Для каждой структуры волос используется своя температура. Например, для жестких и натуральных волос используйте температуру утюжка 230 градусов по Цельсию. Для окрашенных волос 210 градусов. Для тонких, ослабленных и блонда используйте 180 градусов. И небольшая наработка. Для волос, которые очень сильно повреждены, используйте температуру 160 градусов по Цельсию. А если же волосы мелированные, то определите процентное соотношение мелированных волос к натуральным. Если же мелированных волос больше, чем натуральных, то используйте температуру для блонда и поврежденных волос. Если при вытягивании волос утюжком очень обильное выделение пара, значит, вы плохо просушили состав на предыдущем этапе.
Берите пряди толщиной не более полусантиметра и шириной не более 5 сантиметров. Медленно проработайте каждую прядь утюгом от корней до кончиков 7-8 раз. При обработке каждой новой пряди последние несколько раз захватывайте предыдущую. Если вы видите, что теряется цвет волос, значит вы неправильно подобрали температурный режим. Уменьшите температуру утюжка на один порядок. После выпрямления очень долго и тщательно смывайте состав с волос теплой водой. Затем используйте шампунь интенсивного очищения от кутюр и при необходимости можете использовать его несколько раз до полного удаления остатков эмульсии с волос. После чего наносим бальзам стабильный цвет от кутюр. А непосредственно перед сушкой используем спрей Lissage, который входит в набор. Ну и давайте посмотрим на результат. Для того, чтобы показать чистоту эксперимента, я использовал при укладке только лишь скелетную расческу, без использования брашинга, утюжка и плоек. По желанию, непосредственно в мойке вы можете затонировать волосы, используя маски Ньютон. Пенные красители Estelle Prima, Estelle Prima Blonde и Alpha Homme вы можете использовать, как и палитру Sense, безымячную краску Deluxe, только через одну неделю после процедуры. А аммиачные краски вы можете использовать спустя только 2 недели после процедуры. Данная процедура заняла у меня около 3,5 часов работы. Но я ее выполнял никуда не торопясь. А так все зависит от густоты и структуры волос, а также от ваших умений, навыков и опыта работы. После процедуры клиентка уже может мыть голову в любое удобное для нее время и использовать любые шампуни, которые ей подходят. Но есть также и специальный шампунь, бальзам и спрей для максимально долгого сохранения эффекта от процедуры. И теперь подытожу данную процедуру. Она легка, проста и удобна в применении. Немаловажно, что она безопасна. Поэтому я беру ее к себе в работу. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайк, рассказывайте друзьям, подписывайтесь на канал. Пока!